можно ли обойтись без обрезки и укорачивания? Сначала о тех культурах, где она необходима. Это южные, так называемые, устойчивые к жаре, выносливые к безводью. Персик, абрикос, черешня, виноград. Для них жара не проблема. Они как бы в ней купаются. Чем жарче, тем лучше, вкуснее, слаще, ароматнее плоды. И для этих культур важнее вопрос не как, а когда. Рано обрезать, рано они и зацветут. Попадут под заморозки. Не надо этого делать. Максимально поздно надо обрезать персик по цвету, в конце цветения. А абрикос, черешню вообще летом. А ранние и средние сорта можно обрезать, соединив это с уборкой. Убирать с секатором или с ножовкой. А вот для яблонь жара — это мука. В жарких климатических зонах они просто не растут. Вот, к примеру, в Индии только в горах на севере. В Африке только на севере континента растут яблони. Пришла жара африканская и в наши края. В условиях потепления обрезка наносит яблони глубокий вред. Не хотят или не дано понять это многим деятелям. Весеннее обострение в разгаре. Ярмарка тщеславия. Будет урожай, не будет. Главное личико засветить. Да, секатором пощелкать, где и как попало. Синдромом обрезчика я это называю. Крона, объем ее, защищает дерево от перегрева, а ее уменьшают. И сразу это влияет отрицательно на корни. А вот видите, по традиции всегда надо под дерево класть огромный такой камень, аккумулятор влаги. И вообще это что-то такое от шаманства. Лучше деревья, говорят, растут с большим камнем у штамба. Ну, это опять отступление. Вернемся к обрезке. Вот тесно они связаны. Корни и крона. Убрали часть кроны. Страдают, пропадают корни. А влаги в почве, чтобы восстановиться, как в былые годы. Нет. Засуха. Изменился климат. Менять надо и подходы. Вот перед вами яблонька. Кандиль синап. Очень красивые, вкусные у нее плоды. Считается сложным этот сорт в кругах ученых, агрономов, садоводов. И поздно вступает в плодоношение. И периодичностью страдает якобы. И крона, как у кипариса, стремится ввысь. Вот по этой причине и зарезают просто это дерево. И все можно сделать по-умному. Очень быстро и очень просто, без всяких травм. Базовые задачи каждого садовода — сделать так, чтобы основные сильные ветки не отходили под острым углом от ствола. Этот прием увеличивает прочность вместе прикрепления. Но это не так, допустим, важно, как другой момент. Вот главная задача, которую выполняют обрезкой, это укорачивание
переводят ветви наружу и горизонтальному положению. Для начала раннего и нормального плодоношения. Вот при острых углах и вертикальном отхождении и расположении этих веток базовых, дерево поздно вступает в плодоношение, плохо закладывает цветковые почки, урожаи мизерные. Предлагаю один довольно известный, но в Ютубе не видел, способ выположить ветки без обрезки. Можно их привязать кольем по периметру, загнав их в землю. Можно грузы какие-то навесить, будут они болтаться по ветру. А лучше сделать так, быстро и просто. Смысл понятен, да? Прочной полипропиленовой шнуром пропилен прочным, привязать их к штамбу, эти ветки отклонить в такое, ну, близкое к горизонтальному положение. То есть мы их выположим без обрезки, не причиняя травм растению. Уже на второй год применения этого приема, вследствие лучшего образования на горизонталях цветковых почек, ощутимо увеличится урожай. А под весом плодов ветви будут естественно выполаживаться, раскрывая крону вширь, давая доступ воздуху и свету. Отпадает обрезка укорачиванием. Не надо и осветление делать. Ну а до санитарной и омолаживающей еще далеко. Вдруг климат к тому времени сменится. Вернется все на круги своя. Крона сохраняется до единого листочка. Корни в порядке. Повторю я два видео о яблонях, растущих в разных условиях. Одна в городском квартале растет, другая на горном плато. Никогда в жизни они не обрезались. Никогда. А урожаи увидите какие. Желаю вам всего хорошего. Смотрите полезные видео.